когда говорят о женщинах, о том, какой след они оставили в истории, что ценного привнесли в нашу жизнь. Попробуем. Вы мне вопрос, я вам ответ. Женщина придумала? Праздник 8 марта. А женщина первой провела? Лотерею. Женщина изобрела? Посудомоечную машину. Чёлка. А женщина ввела в традицию? Пить чай в 5 часов вечера. А женщина организовала? Фонотеку. А женщина создала? Интернет-кафе. Нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не полька, не кадриль. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться парить не золотой. Ты любишь буги-вуги. 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 Ты танцуешь буги-вуги каждый день. Есть соло! Устал, но присядь, но ненадолго. Уж начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм и чуешь этот рай? Значит, ты свободен, как вот этот рай. Мы любим буги-буги. 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 Мы танцуем буги-буги каждый день. Итак, господа, вы выходите из лифта. Кто выходит первым? Он. И подает ей руку. Вы поднимаетесь по лестнице. Кто идет впереди? Она, а он немножко сзади и поддерживает ее. Опа. Мы спускаемся по лестнице. Кто впереди? Он на одну или две ступени и поддерживает ее. Мы идем к закрытой двери. Кто подходит первым? А он. Он, извинившись, опережает ее, открывает перед ней дверь и пропускает. Мы садимся в автомобиль. Кто подходит к машине первым? Он подходит первый, открывает дверцу, помогает ей сесть. И только после этого садится сам. Дверь закрой. А, да. Женщины, мы предлагаем прямо сейчас узнать, о чем поют мужчины из мужского ансамбля «Ренессанс», которых мы
Сразу их приглашаем сюда, на эту сцену, под ваши бурные аплодисменты. Встречайте! Ну, мужики, молодцы! Вокальный ансамбль «Ренессанс». Мы очень рады, что сегодня у нас есть возможность вас поздравить с наступающим праздником, замечательным праздником. У нас в стране три великих праздника, я думаю. Это 8 марта, это 9 мая и Новый год. Вот. Точно, точно. Точно. Вот, поэтому мы, поскольку мы ансамбль, естественно, мужской, поэтому мы очень любим, а мы больше ничего не умеем, кроме того, как петь для женщин и про них. С праздником вас! Полумесяцем кровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее, вместе с нею любовь. Любовь на щечке родинка, полумесяцем кровь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, наведу у всех знакомых, уведу, уведу, на радости веду. Одной натянутой струной связаны мы с собой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Все будет хорошо. Пусть время, пусть судьба будут вам благосклонны. С праздником вас, милые женщины. С праздником вас, родные. Ради наших женщин в этот день каждый мужчина готов на все. Мужики, кто готов? Я! Я куплю тебе дом у пруда Подмосковье. Я буду руки твои целовать, я буду губы твои целовать. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. А я нашел другую. Я люблю тебя до слез, каждый вздох как первый раз. Вместо лжи красивых фраз, это облако из роз. Я буду дом гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю букет,
той девушке, которую миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратил. В ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, память наших школьных, память наших школьных лет. Не могу в этот праздник весенний я своей милой подарки дарить. Я на тещин коплю день рождения и не знаю сейчас, как мне быть. Если муж оказался вдруг, то ли муж, то ли так, тюфяк. Если думаешь, быть ли с ним или лучше с другим, мужа в шопинг тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он ходит везде с тобой, там поймешь, кто такой. Мужики, давай в магазин, может еще что-нибудь осталось. Летит мужик по городу, по магазинам бегает. Покоя он не ведает, не ведает. И сна подарок ищет непростой. Подарок ищет он такой, чтобы была довольная любимая жена. В марте зима кончается, в марте мечты сбываются. В марте сухой еловый пень цветет на женский день. Цветет на женский день. Цветет на женский день. Вот так! Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начнут красавицы тем единственным на свете женщинам, которых любим мы. Тем единственным, 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 единственным женщинам, которых любим мы. С праздником вас, милые дамы!